числе... Но сначала говорили о трудовой занятости. В Сочи нет безработицы. Везде требуются специалисты. Ежегодно на курорте создается 2000 рабочих мест. Глава города уточняет, профессионалы всегда в цене. И если человек хорошо работает, то им работодатель будет дорожить. Добросовестность глава города просит проявить и у себя во дворах. Другими словами, очистить от мусора и облагородить место у дома. Согласно правил благоустройства, которые существуют в городе, вы обязаны содержать в надлежащем порядке санитарном дворы и 10-метровую зону за границами дворов. Это порядок такой. И у кого есть кафе, либо ресторан общий, объект размещения, либо объект торговли, объект, то тоже 10 метров туда, 10 метров сюда, 10. Это это по правилам благоустройства. Напомнил Адлерцам Анатолий Пахомов о годе экологии. Сейчас особое внимание уделяется чистоте моря. Поэтому в любом районе города необходимо подключиться к централизованной системе канализации, либо установить локальные очистные сооружения, причем обязательно рассчитанные на реальную нагрузку. Ведь Чкаловский район мини-гостиниц. Ежегодно летом население здесь возрастает в разы. Если хоть кого-то поймают со сбросом, пусть пеняют сами на себя. А водоканал должен сам пройти, промониторить каждый двор. Глава курорта попросил не доводить ситуацию до критической, ведь инспекторы имеют право отрезать дом от водоснабжения, если будет зафиксирован сброс фекалий в ливневке. Такое решение не добавит радости ни владельцам гостиниц, ни их постояльцам.